Добрый вечер, дорогие друзья! В новогоднюю ночь передача «Студента У» приветствует вас с традиционного бала студентов Ставропольского государственного аграрного университета. Ну и какая встреча Нового года без Снегурочки? А вот и она! Самая красивая студентка страны, вице-мисс студенчества России Анастасия Калюжная. Настя, давай расскажем нашим зрителям о празднике, на котором мы сейчас находимся. Сегодня студенты аграрного университета попали на кинобал. Здесь мы оказались в волшебном мире кино и легко можем встретить любимых персонажей фильмов. Ну вот посмотри, для начала к студентам выходят братья Люмьер. 120 лет назад эти родоначальники кинематографа сняли первую в мире короткометражку «Прибытие поезда». А вот и король немого кино Чарли Чаплин. Ну а пока создатель одного из самых знаменитых и узнаваемых образов мирового кино радует зрителей своими пантомимами, мы пообщаемся с публикой. Сперва мы спросим, как прошел этот год у лидера студенчества нашего университета Николая Головина. Чем запомнился вам уходящий 2014-й? Для меня самым запоминающимся событием уходящего года стала 22-я зимняя олимпиада в городе Сочи. Естественно, она началась с прибытия эстафеты огня в наш город. И мне повезло, я стал одним из 93 факелоносов в нашем городе. Я попал в очень хорошую компанию. Первым зажег огонь олимпийский чемпион, преподаватель нашей спорткафедры Андрей Чемеркин. Передал он уже эстафету ректору Владимиру Ивановичу Трухачеву. И также в команде было много наших именитых студентов. Это олимпиец Евгений Кузнецов, это Давид Биджанян и другие наши студенты. После чего была сама олимпиада. И руководство Аграрного университета наградило 56 лучших студентов поездкой в город Сочи. Наши ребята, кроме того, что посетили олимпийскую деревню, также смогли поприсутствовать на хоккейном матче и получить кучу самых положительных эмоций. Ну а на нашу сцену уже вышли любимые киногерои всей страны. Трус, балбес и бывалый. Рядом со мной Александра Бакалюк. Саша в прошлом году вела рубрику «Компас профессий» и успела познакомиться со всеми специальностями нашего вуза. Саша, как ты считаешь, какое главное событие произошло для профподготовки наших студентов? Ну, я считаю, что это абсолютно точно открытие в нашем вузе Центра молодежного инновационного творчества «ФАПЛА Вектор». Я считаю, что в целом и в итоге это благотворно повлияет на развитие рынка промышленности в крае. Ведь именно в нашем фаблабе молодежь может воплотить в реальность свои инженерные мечты. Здесь и студентов, и даже школьников научат работать на ультрасовременном оборудовании и помогут создать или даже напечатать на 3D-принтеры свои проекты. Я уверена, что это многих вдохновит на то, чтобы стать инженером. И они уже в скором будущем создадут новые производства, изобретут полезные устройства и придумают, как сделать жизнь людей легче и интереснее. Филипп, ты вожатый отряда «Мечта». Какие события в этом году стали для вас самыми запоминающимися? Ну, конечно же, это наши школы актива. Мы в этом году смогли провести их еще ярче, еще интереснее и собрать еще больше студентов. Ну и, конечно же, в этом году наш вожатский отряд «Мечта» смог проверить свои силы на нескольких очень важных мероприятиях. В первую очередь это был всероссийский слет ученических производственных бригад. Три дня в станице Григорополитской школьники со всей страны соревновались, а мы координировали весь процесс слета. А в конце года мы провели первую патриотическую игру «Квест». Вот такие две проверки прошел вожатский отряд «Мечта», и я считаю, что мы с этим справились на отлично. А гостям праздника продолжают дарить отличное настроение КВНщики и танцевальные коллективы Аграрного. И мы продолжаем общаться со студентами Аграрного. Катя, какое событие этого года ты будешь вспоминать с теплотой? Событием этого года стал для меня конкурс «Студент года». Я принимала участие в этом конкурсе в номинации «Студенческий лидер», и мне удалось одержать победу на краевом этапе. Самое приятное то, что самыми лучшими студентами края стали 6 студентов Аграрного университета. И я считаю это огромным успехом. В 9 номинаций мы победили в 6. Затем мы всей командой отправились на финал всероссийского конкурса «Студент года», где нас узнали совсем другие победы.
И тут мы плавно переходим к нашей следующей гости, Екатерине Войтышевой. Кать, все знают, что эта поездка в Казань обернулась для тебя грандиозным успехом. Расскажи, какой титул ты завоевала? Во всероссийском конкурсе «Студент года» я победила в номинации «Гран-при». В очном этапе этого конкурса участвовало около 250 человек. И мне удалось стать первой женщиной, которая победила в данной номинации. А потом, через пару недель, я еще раз победила в конкурсе «Студент года». На этот раз по итогам международной премии, которую провела компания «Юниверсум». Я уверена, что это результат тех усилий, которые вкладывают в каждого студента в нашем университете. И той поддержки, которую мы здесь находим. А на нашем празднике новые гости, и они настроены по-боевому. Я Джек Воробей! Капитан Джек Воробей! Вот еще одна студентка аграрного, и для нее этот год был богат очень интересными встречами. Мне очень сильно повезло в этом году. Я оказалась в числе студентов, которым удалось поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Перед совещанием, которое он проводил в нашем университете, он подошел пообщаться к нам, студентам. Некоторые рассказывали ему о машинах, которыми они управляют. Некоторые рассказали ему о их научной работе. Мне же просто удалось рассказать ему о своей победе в трех ученических бригад и о том, чем я собираюсь заниматься в будущем. Да, дорогие друзья, ярких событий в этом году было много, но о них можно рассказывать очень долго. Но лучше мы покажем вам самые запоминающиеся моменты. А наш новогодний вечер продолжает поздравления от ректора Ставропольского государственного аграрного университета Владимира Трухачева. Дорогие друзья, мы провожаем 2014 год, который стал для аграрного университета годом побед, профессиональных удач и незабываемых впечатлений. Ни одно важное для края событие не прошло без участия студентов и преподавателей. В 2014 году Ставропольский государственный аграрный университет вновь подтвердил свой статус лидера аграрного образования страны. Университет прошел государственную и профессиональную общественную аккредитацию. И это зримое доказательство качества и успешности всех наших образовательных программ. Университет получил гран-при конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», то есть признан одним из лучших работодателей в стране. Нельзя не вспомнить и визит в наш университет президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. То, что местом проведения важного для всего сельского хозяйства страны совещания выбран именно Ставропольский аграрный университет, дорогого стоит и о многом говорит. А студенты аграрного университета и в этом году не раз давали всему краю повод гордиться тем, что на нашей земле живут такие талантливые ребята. Лучшая студентка страны Екатерина Войтышева, а она учится в аграрном университете. Вице-мисс студенчества России Анастасия Калюжная,
Она тоже наша студентка. Один из лучших студенческих отрядов страны – наш отряд «Аграрий». А наши молодые ученые завоевали 21 грант конкурса «Умник». И это действительно рекорд. За 2014 год защищено 19 кандидатских и 5 докторских диссертаций. Я рад, что мы сегодня смогли выстроить в университете эффективную образовательную и воспитательную систему. И потрясающие победы наших ребят – лучшее тому подтверждение. Еще одно доказательство того, что наша система воспитания лучшая в России – это победа во всероссийском конкурсе «Студенческий актив», где мы боролись за победу вместе с 500 российскими вузами. И в следующем году мы продолжим активно делать все, чтобы у наших студентов были лучшие условия обучения, чтобы лекции им по-прежнему читали признанные ученые страны и мира, чтобы у них всегда был повод гордиться своим университетом. Тем более, что в следующем году Ставропольский государственный аграрный университет отметит 85-летие со дня основания. И мы, как и все эти годы, не собираемся останавливаться на достигнутом ни на минуту и будем использовать все шансы, чтобы обеспечить аграрный прорыв в нашей стране. Новый год уже совсем близок. И я желаю всем жителям Ставропольского края, чтобы 2015 год стал годом новых возможностей и достижений, годом ярких событий и добрых дел. Пусть сбудутся все ваши самые заветные мечты. Пусть все будет хорошо. Будьте счастливы! С новым 2015 годом и Рождеством! Наша передача подходит к концу. И на прощание мы хотим пожелать вам огромной удачи в новом году, ярких побед и волшебных моментов. И главное, поступайте правильно. Поступайте в Аграрный университет.